Это первый практический конгресс для организаторов мероприятий об организации форумов и фестивалей. Его участники – туроператоры, туристические и ивент-агентства, отели и гостиницы. В числе спикеров конгресса Meet in Sochi – ведущие специалисты в области travel-менеджмента, представители крупных компаний, которые занимаются организацией мероприятий. В ходе трехдневного форума своим опытом поделился и Сочи, который в год принимает более 300 мероприятий разной направленности. Это и спорт, и культура, и политика. Сегодня уже администрации города Сочи есть чем поделиться, рассказать о том, что проходило в Сочи с 2014 года. Ну и, безусловно, рассказать, как проходит организация того или иного мероприятия. Безусловно, для нас это важно, поскольку очередной раз мы всем нашим туроператорам страны, турагентствам, ивент-агентствам покажем, что такое город Сочи, что нужно сюда ехать, что есть где размещаться, большое количество отелей, номеров различного уровня. В Сочи сегодня работает 13 крупных сетевых отелей, более 2000 гостиниц, способных разместить до 200 тысяч человек. Высок и конгрессный потенциал. Курорт может проводить мероприятия одновременно для 20 тысяч участников. Вообще, конгрессная индустрия, отметили на форуме, это экономический инструмент для привлечения инвестиций. Она играет важную имиджевую роль для города-курорта.